Олег Шишкин сейчас находится в Шереметьеве. Олег, как работает аэропорт? Катя, ну снег в Шереметьево идет, как и в городе, с самого утра и к вечеру метель только усилилась. Сейчас порывы ветра достигают 12 метров в секунду. Очень зябкое ощущение, вам скажу, не из приятных. В Шереметьево отменено 60 рейсов, еще 20 задержаны. Самолеты сегодня не вылетели. Волгоград, Казань, Нижний Новгород и другие города. Отменены некоторые зарубежные рейсы в Париж, Франкфурт, Стамбул, Мюнхен. Между тем, обстановка в самом аэропорту спокойна. Скопление людей мы не увидели. Все благодаря тому, что большинство пассажиров заблаговременно получили смс-сообщение об отмене рейсов. В Шереметьево сейчас находятся те, кто транзитом летит через Москву, так называемые стыковочными рейсами. И сейчас авиакомпания обеспечивает пассажиров питанием и размещает их в гостиницах. Собирались вылететь в 18:10, рейс Москва-Казань, но перенесли сначала на 5 часов примерно, в результате на 8 часов перенесли на 2:30 только утра, да. Но обратились к представителям Аэрофлота, предоставили гостиницу, вот куда сейчас направляемся с ужином. Летели из Праги в Москву, а сами мы живем в Перми. И из-за метеоусловий у нас на 2 часа рейс перенесли попозже. То есть мы должны были летать в 23 часа, а вылетаем в час по Москве. Пришла смс-ка автоинформатора, когда мы еще были в Чехии. Ну вот сейчас все уточнили здесь. По прилету нам позвонил наш туроператор. То же самое подтвердил, что рейс изменен. Всего же в московских аэропортах из-за непогоды отменили сегодня более 80 рейсов, а Внуково 6, Домодедово еще 12. Но надо отметить, что все эти рейсы были отменены еще накануне, когда авиакомпании получили информацию о надвигающемся снегопаде. Росавиация сегодня сообщает, что сейчас все столичные аэропорты работают в штатном режиме, и новая информация, новых данных об отмене рейсов на ближайшие дни пока не поступала. Стихия накрыла не только Москву, но и часть регионов Центральной России и Поволжья. Из-за непогоды пассажирский самолет А-320 авиакомпании турецкой авиалинии, летевшей из Стамбула в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Казани. На борту находилось 124 пассажира и 7 членов экипажа. Сообщается, что одному из пассажиров, двухмесячному мальчику, из-за плохого самочувствия была оказана неотложная медицинская помощь. Сейчас его состояние не вызывает опасений. Но можно посоветовать тем, кто собирается лететь из Москвы в ближайшее время, все-таки уточните на сайте авиакомпании информацию о рейсах и воспользоваться аэроэкспрессом. В отличие от города, где, как мы слышали сегодня, серьезных пробок нет, здесь на подъезде к Шереметьево серьезные заторы. Катя. Спасибо. В аэропорту Шереметьево работает корреспондент Первого канала Олег Шишкин.